момента своего появления в 2001 году технология DPF достаточно успешно прошла серьезные испытания. Однако все еще возникают ситуации, при которых существующие системы не могут обеспечить минимально необходимых температур для реакции восстановления. Обычно эти ситуации возникают при движении по городу на малой скорости, в основном при медленном движении в транспортных заторах. Поэтому и возникла необходимость в разработке системы DPF, способных функционировать при любых оборотах двигателя и любой температуре выхлопных газов. Разработанная компанией Volker технология независимого термического управления восстановлением TrueClean работает в комплексе с сажевым дизельным фильтром DPF и удаляет твердые частицы из выхлопных газов. Для полного восстановления фильтра DPF, когда поток газов ограничен из-за накопившихся твердых частиц, система позволяет поддерживать низкое противодавление выхлопных газов. В результате снижается выброс вредных веществ и значительно улучшается эффективность использования топлива. Схема аналогична устройству системы DPF-SCR. Лишь окислительный нейтрализатор в ней заменен на блок дожига TrueClean. Система состоит из следующих компонентов. Две ионные свечи по технологии SmartFire. Насос для подкачки наружного воздуха. Топливный насос, соединенный с баком автомобиля. И устройство электронного управления системой. В сажевом фильтре имеется термодатчик и датчик дифференциального давления, а их входящие и выходящие патрубки соединены с фильтром, благодаря чему блок электронного управления получает информацию о степени засорения фильтра. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.